Всем привет! Давайте сделаем такой экспериментик. Возьмем лампочки разные и в них нальем воды и бензина. И посмотрим, что с этого получится. Имеем лампочку на 12 вольт. Сделали отверстие. Она рабочая. И давайте попробуем ее погрузить под воду, а потом подключить к ней питание. И посмотрим, что произойдет, потому что она наберется воды. Стаканчик воды холодный. Погружаем. Вот что произошло с ней. Лампочку, заправленную бензином. Давайте попробуем ее опустить в воду, в стакан, и подключить к питанию. Ребята, она горит. Загорелась. Дырка не видно. В ней дырка. Не понимаю. Горит лампочка. Дырка же в ней. Как это понять? Загорелась. Хоба. Все. Все, пришло и хана. Вот. Дырка была. Видите? И горела она. Интересно. Лампочку под 12 вольт. Мы ее заправили бензином. Она рабочая. Давайте попробуем ее подключить к 12 вольт и посмотрим, что будет. Вот что с нашей лампочкой произошло. Лампочку по 220 вольт, заправленную бензином, и отверстие ставили для кислорода. Давайте теперь ее подключим. Все 220. Посмотрим, что будет. Имеем лампочку под 220, заправленную водой. Вот имеем лампочку по 220-100 ватт, и в нее набрали мы бензина. Вот, видно, она хорошая, исправная. Сейчас ее давайте погрузим в воду и подключим 220, посмотрим, что будет. Правили водой нашу гигантскую лампочку. О, моя рука. В эту лампочку воды влезло 700 миллиграмм. Здоровая лампочка. Давайте ее теперь попробуем заправленную водой включить в сеть 220. Ну что, включаем. Всем спасибо за внимание. Всем всего хорошего. Пока-пока.